Имена сразу нескольких красноармейцев установили члены сводного отряда регионального отделения поискового движения России. Кроме того, им найден и передан на экспертизу смертный медальон еще одного воина. Всего за последнее время эти добровольцы обнаружили и подняли останки 24 солдат и офицеров Красной армии. Работы шли на территории сразу нескольких районов Тверской области, Старицкого, Спировского и Торжокского. В последнем муниципалитете поисковиков ждала несколько необычная находка. Фактически в одном месте лежали сразу 4 красноармейца, причем одного из них был смертный медальон, что является большой редкостью. Предположительно произошло то, что в блиндаже сидело 4 красноармейца и их накрыло снарядом, потому что от снаряда нашли осколки. По останкам сейчас они будут сданы в хранилище и впоследствии они будут перезахоронены, предположительно, в этом же районе.